Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Ее цель – собрать наиболее полные данные о гражданах и условиях их жизни. Впервые пройти опрос можно в любое удобное время на портале госуслуг. При этом с одного аккаунта допустимо переписать всех членов семьи, живущих с владельцем учетной записи. Такая возможность будет доступна до 8 ноября. Подомовые опросы проводят переписчики. Обязательно наличие брендированного жилета, шарфа и сумки с символикой Росстата, а также маски и перчатки.